Когда заехали в Украину, везде на заборах надписи «Русские оккупанты», «Путин хуево», блядь. Ну, это интересно. Наша бригада конкретно обосралась. Да тут вся армия у нас, блин, тупая, дебилы просто. Я понимаю. Короче, это очко ебаное, а не армия, сука. Похуй, что будет, если что, я приеду домой, нахуй. Прихожу в полк и пишу рапорт, нахуй, на увольнение. Молодец. Потому что это конченая организация, ебаная. Все бухие, все синие, сука. И всем похуй то, что сейчас нас разъебашут здесь, нахуй. У вас день такой, все как-то... Такое предновогоднее настроение, да, должно создавать. Конечно, нахуй. Оно и видно, что, блядь, пизды мы тут отхватываем и съебываем сейчас. Ух ты, умница. И продолжаешь, и интерес у тебя остается. Ну, мы сегодня должны были доехать, мы сегодня заблудились вообще везде. Мы даже не знаем, сейчас куда ехать, мы заблудились. А когда поедете домой, проехать через Москву, остановиться, посмотреть ледовое шоу «Лебединое озеро». Путин вообще ишак ебаный, в смысле, блядь. Конченый человек. Да. Тут уже, блядь, миллионы людей нахуй погибли. Миллионы нахуй. Типа, либо мы все тут сдохнем нахуй, либо, блядь, там что-нибудь оторвет нахуй, либо от 7 до 12 лет нахуй. Я с вами прощаюсь. Руководство наше все съебалось нахуй. Всех кинуло и съебалось. Хорошего настроения и всего самого доброго. Я тебя обнимаю крепко. Блядь, за это пиздец.